дыши на меня. Сейчас не дыши. На хулю дыши. Да ты тихо. Что ты напхался? Кром, ну что? Что же выпало? Ну что выпало? Ну коньяк, думаю. Коньяк? А где ты брал коньяк? Коньяк. А где я брал? Просил. Убедительно. Молодец. Еще. И как тебя зовут, если ты? Валентин. Валя, да? Меня Юра, помнишь? Я сейчас сам. Еще молодой. А семья один? Молодой еще молодой. У меня семья 18 лет. Еще дедушка. А дедушка еще? Семья Черкасская. Черкасская. А Женька там жить не видно? Женька, ну как бы. Я только освободился, но кажет. Ну, кажет, давай сойдемся. Я просто... Понимаю, свои понятия. Понятно. Я как бы снимаю кино. Это бывшие алкоголики и наркоманы. Бывшие, они бывают. А ты тем более не алкоголик. Тебе надо просто оглянуться, правильно? Психологически. Отойти. Я тебе это понял. Все, а как ты оказался в Киеве? Да потому что у меня тут работа. Тихо, держи руками, упадешь. Нет, даже деньги вообще нет. Ну, жить тебе нет сейчас. А там есть и жить, и покормят тебя, и жить, и там они тебе с тобой будут разговаривать. Ну все. Я белый пушистый. Я ж тебе еще раз сказал. Белый. Показывай мне любого мента, любого мента показывай. И скажи, вот ко мне. И я им показываю свою силу, показываю свои удостоверения, и рассказываю, телефоны отдаю, рассказываю, куда мы с тобой едем. Смотри, я же скажу. Тихо, не падай, блин, упадешь сейчас на меня. Давай на место приедем, на место. Ничего, что я не могу. Нет, я денег нет. У меня вот жетон есть. Кушать я сейчас еще куплю. Кушать. Нет. Ой. Ладно, давай договоримся так. Перед входом болтишку я. Нет, нельзя. Нет, ты что, его не пустят. Тебя не пустят просто. Ты еще в нормальном состоянии, тебя да. Пустят. С тобой еще будут разговаривать. А если ты будешь вообще бухой, тебя просто не пустят. Может, они, может, там нальют, не знаю. Вряд ли, нет, там вряд ли. Ну, таблеток да. Да, от головы, да. Тихо, не упади на меня. Нет, он на ноги стоит. Я боюсь, что он упадет на меня. Нет, я если все подловлю. И мы будем лететь, как птицы. Поют. Пошел, знает, гулять. А,
если нет документов, иди туда. Иди, блядь. А у тебя ничего нет документов, вообще, да? Потому что у меня штрафка. Ну, не, там сделают тебе документы, правда. Сделают все документы. Помогут. Помогут все. Да сделают, реально. Реально делают. Ты не в розыске? Точно. Нет, ну, все, это лишь бы не в розыске. Не в розыске. Потому что в розыске сразу забыли. За что, забыли? Не вопрос. Я отсутствую. Нет, документы сделают. Ты же фамилию помнишь, что ли? Да. Как фамилия? Как? Не, ну первое имя, второе имя. Ты не веришь, что ли? Еврей, позоришь нацию. Евреи нету, пьяных евреев. Брат, что ты делаешь, а? Юрик, аккуратно. Аккуратно заходишь. Отдыхай, держись, держись за полочку. Держись, чтобы не упал на тебя. Двери начиняются. Мы вообще евреи. Ой, старые евреи. А робив начальником ГАИ. Потом получилось так, что после войны ему надо было. Евреев тогда не очень уважали, но переформил свою фамилию. Не дыши на меня, не дыши. Как я